Командор, обнаружен могучий зверь-тиранид. Это коварная тварь, особо опасный пожиратель. Он появился среди имперских форпостов, сея хаос и подавляя боевой дух наших воинов. Мощь этой твари позволяет предположить, что она отделилась от первичного улья. Нам нужен генетический образец именно этого улья. Убив этого пожирателя, мы еще на шаг продвинемся в поисках первичного улья. Остерегайтесь засад. Эти пожиратели появляются без предупреждения. Обходим строение и проводим. Покончим с этим!
Тактический взрыв. Мой корабль. Я потерял. Атакую. Включить прыжковые рамсы. Я не подведу. Тираниды уже здесь. Мы не можем... Это один прием. Нас атакуют без перерыва. Бандей здесь. Атака с воздуха. Вперед. Я слушаю. Тиранин пал. Тиранин бегут в атаку. Осторожно. Граната. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Атаку!
до конца! Таркус готов. Отлично, космические десантники. Двигаемся к скалам. Уничтожить его! Чужак уничтожен. Еще одна победа. Наша победа — награда за рвение и ярость. Поздравляю с победой, командор! Теперь вы на шаг ближе к тому, чтобы найти необходимый нам образец биотоксина. Ангелос, конец связи. Глубокий порез. Чуть глубже, я потерял бы глаз, как капитан Тул. Как капитан Тул потерял глаз? Он никогда не отвечал, когда мы его спрашивали. Это все его скромность. Глаза он лишился на Кронусе, когда уничтожил лорда Некронов. Удар должен был оказаться для Тула смертельным. Похоже, объяснить то, что он выжил, можно только его яростным упорством. Он всегда отрицал заслугу убийства Некрона. Говорил, что это сделал Микелий. Но те из нас, кто был рядом, видели, что Микелий в то время уже обессилел от ран. Капитану Тулу нравилось, когда его люди добивались успеха. Думаю, это ему нравилось больше всего в его работе.